Яну Костирку у шоу дісталася найпотажніша партнерка, яка намагається кожного разу дивувати журі та публіку. Ян виходив на сцену і в перуці, і з милицею. І зараз хлопець з острахом дивиться на Світлану Лободу з думкою про те, що вона змусить його робити далі. Як в Яні Костирка уживається артист в душі і юрист? Мені завжди була по душі музика, але батьки були проти завжди. Поэтому у меня не было образования музыкального, и поэтому я все-таки не заканчивал ни школу музыкальную. У неба я лишь одно спрошу, быть рядом ли суждено? Я хочу на самом деле стать артистом, а может быть открою секрет, но профессию юриста мне будет в этом помогать. Знаете, у меня даже на экзаменах бывают такие смешные ситуации, когда преподаватели говорят: «А спойте как Конституцию», на что я отвечаю, что я могу ее еще и станцевать. То есть каждый хороший юрист должен быть априори хорошим артистом? Да, хорошим артистом. А я милого узнаю, да по походке. С вашей профессией спеть криминальную песню – это практически как экзамен сдать. Мне очень нравится концепция номера, которая предлагается на следующий раз. Так. Я себя очень неловко чувствую в том костюме, который мне придумали. Ну, потому что я элементарно не могу в нем ни двигаться, ни шаг сделать, ни два. Я не знаю даже, как это будет смотреться на экране. Это же шоу! Это же красота! Вам этот костюм помешает петь? Он как-то закрывает вам диафрагму. Не дает, да. Ну, я не как знаю. Это я не, там у тебя все, у тебя нет корсета. У тебя я понимаю, что костюм, который даже просто тебя облегает. Сейчас у нас нам нужно провести вокальную репетицию, да? По да. образу, по костюму. У нас есть еще целая ночь для того, чтобы расшить сзади, да, чтобы ничего нигде не давило, не торчало, и вам было комфортно. Хорошо. Петь. Я буду верить. Спасибо вас. Для меня сначала было вообще непонятно, как мы будем смотреться вместе. Сейчас я вижу, что у нас уже появилась какая-то гармония в дуэте, и думаю, что в последующей передаче будет нас только еще более открывать для зрителя. У нас получится все. Да я уверен. Мы же крутяки. Крутяки. Все будет хорошо. Снежана, ты заметила, что неделю назад Ян и Света сами напрочили себе будущее? Що ти маєш на увазі, Макси? Ти натякаєш на те, що вони заспівали блатну пісню і таки потрапили у зону ризику. Я намекаю на те, що Ян був в тільняшці, і це привело його на дно. Я маю в виду, звісно, морське дно. Зустрічайте, пара номер 4. Світлана Лобода та Ян Костирко. З піснею з кінофільму «Чоловік-амфібія» «Гей, моряк!» Голосуйте! Дорогой, милый, вернись. Ихтиандр, останься. Света, я не могу. Я же рыба. Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном, трезвый или пьяный, не видно все равно. Эй, моряк! Слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне тебе морской по нраву дьявол, его хочу любить. С якоря сниматься, по местам стоять, эй, на румбе так держать. Мы дьяволу морскому нальем бочонок рому, ему не устоять. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне тебе морской по нраву дьявол, его хочу любить. Там под океаном трезвый или пьяный.
пьяный, не видно все равно. Ау-ау, эй, моря, ты слишком долго плавал. Светлана Лобода, Ян Костирко. Я думаю, що глядачі відшоку не забули цифру 4, відправляють її на номер 212 або телефонують за номером 0900-309-024. Підтримайте Світлану і Яна. Если обычные люди боятся судного дня, то Яну светит сейчас рыбный день. Впереди прямо по курсу трое в лодке, не считая ББшка. Оценки. Пані Барбара, что вы скажете об этом достаточно смешном номере? Смешно, но я ожидаю мелодии, песни и так далее. Инсценизация прекрасна. Ян, я тебе скажу, но Андрей был лучший, по-моему. Конечно, намного, по-моему, для меня, может быть, только для меня. И хорошо, что я поставила ему 10, тебя больше дать не могу, чем 9. Извини. Спасибо большое, 9 баллов. Анастасия, как вы считаете, не зря ли сегодня Света упаковала Яна в костюм гигантской селедки? Ну, слава богу, не в костюм крабовой палочки, правда? Да, то ведь и так могу сказать. Ну, только если вот продолжить словами пани Барбары Брыльски, какая же гадость эта заливная рыба, правда, Ян? Ну, в общем, ну так вот как-то. Спасибо большое, 9 баллов. Юрий Евгеньевич, что дадите ребятам вы? 7 футов под килем или черную метку? Ну, поскольку я Юра, а он юрист, вот, я ставлю 10 баллов. Железная логика, конечно же. 10 баллов, спасибо большое. И на сколько же баллов пополнится сундук с сокровищами этой пары? 28 баллов, и вы выходите на 4-е место в сегодняшней таблице. Ну, а теперь, шановні, будь ласка, час обирати наступну музичну категорію. Я єдине, що не пам'ятаю, за якою цифрою ховається музична категорія під назвою «Пісні для молодих юристів латиною». Але пошукайте, яку цифру обираєте. Сьогодні вибирає Ян, вибирає. Цифра 5. П'ятірочка. І це ретро-хіти. Но это будет на следующей неделе. А пока, Снежана, мы с тобой большие любители спортивной рыбалки, да? И поэтому, ребята, отправляем вас в вашу родную стихию. Идите, будь ласка, до нашего арт-кафе. На вас там уже чекает наша Ундина Ирмина. Передайте ей вітання від нас. Послухайте, Снежину. После передачи сходим с вами в ліс по ожину и ответите за Ирмину по полной программе. Вот что я вам скажу. А ось і вони. Ну, Ян, ви просто як Жак і Кусто в сауні для схуднення. Із телемагазину. Світа вас одягнула в цей костюмчик. Це наша спільна ідея. Я не можу, давайте ви схожі на телекузіка. Хороший костюм, безпечний секс, завжди. Ми тільки за безпечно. Світланочка, як там поживає морський диявол? Такий. Яке ім'я хоче ваше заграбастить? Вже вся Україна чує і знає, переживає, валідол п'є. Он ще за паспортом гоняється, сесть пытается. Да, у него нова ідея фікс. А ви не отдаєте ему паспорт? Я не отдаю, держу серце, храню рядом. Покажіть. Це вже зовсім друга історія. Яна, ваше ім'я справжнє? Конечно, настоящее. Прекрасно. Я хочу сказать, что любой, кто посмеет обидеть Свету, очудится со мной на морском дне. Боже, не дай Бог, я никогда не обижу Свету. Я не хочу с вами оказаться вот в таком виде на морском дне. Дорогі водолази, підводники, мітніть ікри за цю смс-дзвінок. Чудову пару, Світлана і Яна. Цифра 4.